Успешность, самореализация, материальная состоятельность. Именно этими принципами руководствуются начинающие предприниматели Уссурийска. Но для развития своего бизнеса только таких стремлений недостаточно, уверяют психологи. Школа предпринимателей и нацелена обогатить представителей бизнес-сообщества всеми необходимыми знаниями. Причем курс будет полезен не только для начинающих, но и бывалым. Ставим очень многие вопросы здесь, которые предприниматели не могут найти, ну то есть решение, ответы на эти вопросы. Поэтому мы включили в курс и налоговое право, и трудовое законодательство. Здесь будут рассказывать именно, как заключать трудовые договора. В предпринимательской среде всегда есть чему учиться. Например, сегодня идет активное внедрение онлайн-касс. Отсутствие устройств – повод для штрафов. Несоблюдение норм законодательства в сфере торговли тоже может привести к материальному наказанию. Я хочу отметить, и эта тенденция стабильна на протяжении ряда лет, что мы выявляем, органы прокуратуры выявляют больше нарушений самостоятельно в ходе плановых проверок, в ходе проверок каких-либо по инициативе прокуратуры края, генеральной прокуратуры, нежели по обращениям предпринимателей. Я надеюсь, что как раз школа предпринимателей научит предпринимателей обращаться за защитой своих прав самостоятельно. Только абсолютно честная деятельность может гарантировать успех, акцентировал прокурор Уссурийска и призвал всех предпринимателей не бояться отстаивать свои права. Вторая школа предпринимателей только стартовала в работе. Финиш в ноябре. Занятия будут проходить каждый четверг в администрации округа. Участие в семинарах для всех бесплатное. Телефон для регистрации 319-560. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.